Очередной рейд по профилактике безопасного поведения на железной дороге сейчас проводят уже на станции Софрино. Сотрудники полиции, РЖД, представители администрации не только следят за безопасностью, но и напоминают, почему важно ее соблюдать. Мы заботимся о безопасности пассажиров, да, постоянно, регулярно напоминаем им о правилах, раздаем информационные листовки, проводим беседы, напоминаем о правилах поведения, предупреждаем, чтобы не было нарушений. Статистика говорит, что уменьшает. Есть результат от этих мероприятий. Такие рейды проводятся планово и на регулярной основе. В листовках, которые раздают гражданам, прописаны правила поведения на ЖД-транспорте и другие любопытные факты. В рамках таких мероприятий мы обследуем объекты транспорта, устанавливаем, если есть где-то повреждения, стараемся устранить эти повреждения, привлекаем к данному виду профилактики волонтеров, казачества. И таким образом стараемся донести до пассажиров всю опасность и правила безопасного поведения. Для тех, кто все же нарушает правила и переходит ЖД-пути в неположенном месте, грозит административное наказание – денежный штраф. С августа 2023 года его увеличили, и теперь он составляет 1500 рублей. Иван Чинаев, Анна Белова, Александр Корнеев. Новости Большого округа.